Так, кто-то бегает. Вот он. Минус он, отлично. Берданка плюсом. Откинулся, значит побежит. Надо менять дислокацию свою. Так, можно не лагать как-то? Спасибо. Так, берданочка плюсом, отличненько. Перезаряжаемся и идем на горку. Конечно, вон там два дома стоит. Возможно, один из них это его дом, и он шел с РТ. У него была видеокамера. Еще удумал. Негодник. Так, я все пытаюсь камень найти. Пока что попадается один металл. Вот, большая такая проблема. Но еще скажи, что тебе здесь не взобраться. Так, Валера, огонь у меня перезаряжен. Не, он сразу кильнулся. Это говорит о том, что он где-то здесь живет. Сейчас, может, найдем его хату. Так, в этой хате тихо. Но это, кстати говоря, камень. И сульфур. Но оттуда бы он уже выбежал, и там печка большая стоит. Ну, буду лутать. У меня какие-то проблемы начались. Меня почему-то постоянно откидывает. What the fuck? Смотри, не лутается. Видишь, что творится? Серваку, кажись, кранты, да? What the fuck? Ты смотри, что творится. О, я добыл металл. Ты посмотри, ну. Твою мать, что происходит? Ну, не сейчас, ну. Надо попробовать мне перезайти, может. Видишь, меня тэпает. Так, перезашел. Камень брызнул. Ну-ка. Нет, все так же тэпает. Ладно, надо таким образом тогда каким-то добираться до дома. Смотрите, сколько у меня лута. Кстати говоря, надо бы броню переодеть. Оп, отскочила. Так, оп, отскочила. И вот это. Да, походу кто-то дудосит, ребят. Посмотрите, что творится. Очень печально. Ладно. Не буду ныть, пойду попробую это дойти до дома и спрятаться там, пока происходит вот такая вакханалия. Отлично, меня убили, вот, и я посмотрел, вот, включил чат, видите, что пишут? О том, что идут лаги и ДДОС, вот, убили меня с Томпсона просто из ниоткуда, просто вот, это жесть. Короче, я даже не видел. На ровном поле в меня полетели пули. Вот, скорее всего, это связано с лагами, и при этом, короче, у меня слов нет. Я только что, блядь, проебал весь лут, который там был. Из-за этих ссаных лагов, блядь. Вот, ну, смотрите, где чат. Лол, что? Клир чат какой-то. Вот, поэтому меня сейчас бомбит очень сильно, и я в расстройствах. Это жесть. Итак, проверка связи. Сервак, типа, рестартнулся. Но только мне хера не встать почему-то. Оп. Так, юзаем. Люк. Так, путем. Нет, это уже облагало. Чат почему-то молчит. Наверное, тоже все проверяют. Не, вроде отпустило. Вот. It's fixed? Да, чувак, кажись, fixed. Вот. Но, конечно, он должен был сделать как минимум откат. Потому что там чуваки, ну, понятное дело, вот когда такое происходит, там писали в чате о том, что 65 калашников, 25 болтовок и 12,4 он, типа, ну, как-то сказать-то, чтобы не матернуться, ну, потерял во время рейда. Вот. Но вроде все нормально, вроде все отпустило. Ну что, мне придется брать опять Валеру огонь, вот, крафтить патроны, брать пипас, не знаю, идти с гребаной киркой, которая долго лутает эти камни, и у нас все еще та же проблема, у нас нету камня, потому что я не дошел домой. А нет, все путем, есть две трубы, вот, пацан же тогда выронил эти трубы, точнее, почему-то не подобрал их, и дома у меня лежат лезвия, поэтому нормально. Ледоруб у нас обеспечен. Путем. Очень повезло. Смотрите, сколько камня уже. А здесь весь хребет. Ну, здесь, короче, спавн бичей. И, ну, видите, вот так вот хребет идет. Вот эта вот скала. И здесь одни каменные камни. Ну, вы поняли, да? Один камень, короче. Вот, поэтому сейчас буду сматывать удочки. Так, это у нас тоже камень. Смотри. Надо бежать до дома. Нести все это дело. Уже много налутал.
Глубокая ночь, и я дошел до нашей хаты. У нас очень много камней, должно этого хватить. А, паньки, у меня гости тут возле дома. Опа! Так. Ага. Подожди-ка. Опа. Пойдет. А что это? Кого-то попадаешь, что ли? Так, он вроде напротив. Сидит где-то. Вот же стрёмно. Слева. И не убил! Столько попаданий! Серьезно? Справа. А это кто? Емать, я тут слышу в засаде. В осаде. В засаде. Это спрятался. А это, по-моему, с крутым дробашом был в руках. Блять, меня убила своя же, что ли? Так, план Б. Так. Закрыл. Открыл. Лутаюсь. Я ничего не понял. Меня убила своя же турель, по-моему. Так, Валера, огонь здесь. Твою-то мать, просто взял, ХП потерял. Так. Ну-ка, хилимся. Походу его прикончило, этого мужика. Надо сидя, потому что делать все это. Да какой это пипас. Я-то думал, нормальный дробаш выглядело, по крайней мере, так. Так, мой пипас вернулся домой. Так, сюда заряжаем еще патроны. Тридцатка. Пойдет. Плюс у нас патроны на дробаш. Так, это все вот так. Идет. Идет, идет, так. Окей. И кто ты? Вопрос. Берданка стреляет. Оп. Подожди, я знаю. Оп. Заманю их. Сюда, видите, у меня здесь ловушка. А, сука. Где он там? Ладно, надо отхилиться. Идет он вправо? Нет, там сидит. Идет один, один идет. Так, хорошо, дробаш взял. По ногам буду стрелять. Ауч. Где он там? Ага, сидит. Вот это опасные пацаны. Так, закроем. Сука, что за ситуация? Так, захилимся. Открываем. Где он? Справа, да? Засели. Если выйду, меня тут же с двух стволов убьют и облутают. А их надо загнать сюда. Хопа. Нету. Хопа. Нету. Ушли. Ну и ладно, и хер с вами. Блин, ну как я этого не убил? Столько попаданий с Валеры, я вообще не знаю. Это супер бронированные пацаны. Так. Ну ладно, чё, полутаю. Но они могут вернуться. Но они пошли на тарелки, по-любому. Опять кто-то возле моего дома. Только на этот раз у второго дома. Вон он убегает. С чем-то в руках. Я вышел, короче, это, животных надо пострелять. Ну-ка, это скоростная. Попал. Попал. И хрен знает, где он. Вот он. Не вижу его. Что-то он замышляет, подожди.
Вот он. Чё замышляешь? Ничего не замышляет. Хотел убить меня каменным топором. Вертолет летит, надо валить. А животных надо настрелять, у нас жира нету. Вот, у нас все в секретном штабе. Придется пока пережидать этот вертолет. Не, ну вы, конечно, извините, я не то чтобы любитель убивать бомжей, но... Здесь постоянно бегают и лутают. Вот такие вот типы. Где он? Оу, привет, друг. Так, пойдет. Почти убил, и я его сваншотил. Да уж. Вот это жесткий пацан, я тебе сразу говорю. Вот это профессиональный игрок. Е-мать, вот это он в натуре профессиональный игрок. Просто мне в голову как залетело. Чуть не откинулся, твою мать. Хорошо иметь два дома, а? От одного к другому перебежал. А лут заюзал. Так, что у нас тут? Нормально, еще и камушек принес. Ну вообще красава. Не, ну конечно, да уж, да. Блин, вот это он, пацан, вообще четкий. Ни одного промаха не дал. Ничего не скажешь. Но погиб. Погиб как настоящий воин. Я горжусь тем, что завалил такого. Чувак, наверху смотри. Shit, motherfuck, вот как голову стреляешь и... Арена? Это его арена. Ну ладно, сражайся сам на своей арене. Короче, я не понимаю, вот ты попадаешь по голому абсолютно, и что, почему вот он не упал? Ну окей, допустим, у него 100 хп, насколько тогда хп снимает один патрон Валеры, попадающий в торс? Надо будет это дело, слушай, затестить, потому что вот как тот стоял фуловый, и я промазал только одну пулю, там максимум две, да? 6 в него вошло, и при этом ему по барабану. Вышел я за животными, короче, полутать надо. Жирок нам нужен. Может, на кого нарвусь? Ну, это он с пипаса стрелял. Я просто слышал, что кто-то с пипаса стреляет, я побежал. А это он там на своей арене долбится. Так. Костер. Ладно, все. Конец связи. Ситранный пацан крадется. Почему он крадется? Он услышал того, второго, наверное. Да. И начинает его гандонить с лука. Но он опасный тип. Но мы будем воинами, которые... Бля. Ага. Честными, короче. Мы с тобой будем честными. Лук против лука. You're down me. Где-то down me. Нет, я буду совсем честным, ребят. Я буду супер честным. Сука, откинулся. Где он? Поплавок этот. So much out of that, dude. Так, чувак, стой. Я типа, это, ну, прикрылся с тобой. Ну где этот поплавок? Вот он, поплавок. Я уж думал, что это потерянный ФПС. Точно, братан, точно. Раз такой... Классный, я так рад, что тебя встретил. И печка у тебя есть. Ну ты вообще красава, слышь. Вот такой вот я честный, да. Еще геологички у него откуда-то, что? Нахера тебе геологички нужны были? Господи, мозги чьи-то лежат. Это камень. Так, ладно, занесем домой. Убил я одного оленя, как бы да. Не особо у меня жира прибавилось. Просто здесь медведь где-то водился, но я не смог его найти, куда-то он убежал, к сожалению. Вижу фулового. Патронов у меня 28 и пипас. 8 патронов. Вижу двоих. Троих получается. Ну ладно. Окей. И кажется, он с чем-то хорошим в руках. Хедшот дал. Нет, он лучник. Но где-то его друг есть. Но у него точно был пипас. Попал. Так. Сука, давай. Минус один. Это как раз пипасник. Так, танцуем, танцуем, дамы и господа. Минус два. Так, лекаемся. Фух. Так, хилимся вообще как ненормальные прям. Вот этот пацан, и смотри, вообще, ребята. Блин, ну я видел третьего, что ли? Поэтому хилимся еще. Так, забираемся прям на самый верх. И смотрим, какова у нас тут обстановка. Е-мать, вот это нормально мы их с тобой, да? Наказали просто. Так. Хорошо, второй с чем?
Пойдет. А пацаны-то оказались убийцы. Броню забираю. Грибочки ем. Еду забираю. Лук, стрелы забрал. Ну, стрелы только. Так, ты чё, кого? Что у тебя осталось? Сера. Бля. Так, металл, ладно. Серу забираю. Топливо, еда стакается, не? Стакается. Еще деревянная броня. Все, короче, ладно, пускай лежит. Уходим. Домой несем. У нас пока что по броне все плохо. Даже деревянной, ну, не осталось. Вон, смотри, еще двое перебегают на ту сторону. Перебежали, точнее, уже. Идут на ПВП, там какое-то сражение идет. Вон еще один бежит слева. Так, ну давай сейчас занесем это все в нашу хату. 13 патронов на Валеру еще осталось. Сможем завалить как минимум хотя бы одного. Поэтому можно затем и погнаться. Так подожди, это не моя хата. Лёль, это не моя хата. Попутал маленько. Ну ладно, тогда придется в эту. Вот он, смотри, лутает. Минус он. Хорошо. Братиш, как дела? Пойдет у тебя дела. Я тебя добью. Ты, главное, тут оставайся и никуда не ходи. Надо лут закинуть срочно. А то у меня некуда собирать. Так. Прям вообще хаотично вот так вот закидываем все это дело. Так, нет, топор берсерка оставляем. Идем его лутать. Я там мельком посмотрел. Смотри, там уже бобовки какие-то эти. О, не бобовки, а эти. Геологички рвутся. Так, билда мне зачем, не знаю. Забираю, так, это все переработаем. Так, штанишки нормальные одел. Так, бинты у тебя забрал. Все. А что, за топор, что ли, нормальный? О, тоже викинг. Нормально. Все, этого залутали полностью. Относим. Я бы вернулся туда еще с деревянной броней. Так, ну я имею в виду тех пацанов бы долутал. Не, ну слушай, я хочу сказать, приподнялись. Сейчас мы с тобой приподнялись маленько. Так, зеленые патроны, да? Слушай, а у меня же вроде есть порох. Ну, конечно же, есть. Давай-ка патронов сделаем. У меня с металлом были проблемы. Ну вот, да, видишь, у нас металл быстренько кончился. Так, бибас наш скидываем. Зелень, зелень, зелень. Нет, зелень пока что мне не нужна. Билду оставим. Все, я готов снова воевать. А нет, у меня еще один пипас. Так, его сюда положим. Один шприц. Да. Ну ладно. Не успел я. Залутали этого пацана, броню сняли. Видишь, нету брони. Вот блин. Главное, смотри, броню забрали, а остальное не тронули. Это как понять? Какие-то странные игроки. Так, короче, обстановка у нас такая. Вот там живет калаш. Там живут берданочники, там живут всякие пипасники и валерщики. Вот, поэтому у нас есть три стороны по разным, скажем так, уровням сложности. Вот, но, честно говоря, на калаш я точно не хочу идти, поэтому отправлюсь в эту сторону. Мне все еще нужен этот, хотя бы медведь или свинья. Вот, слышите, там калаш долбит? Вот, это пацаны, которые сбивают вертолеты. А вот там пипасы, смотри-ка, рубится что-то. Ну-ка, давай туда заглянем. Вон, наверху скачет, вижу. Что-то у них там какой-то замес. Наверное, что-то не поделили. Вот, крадется, смотри, один. Вон, прям целись на него. А тот скачет. Скачет, крутится, вертится наверху. Значит, получается, он как раз выслеживает этого чувака, который крадется. Но я боюсь, что меня этот мужик уже запалил. Потому что он повернулся в мою сторону. А здесь солнце, кстати говоря, очень плохо. Это просто кошмарно. Так, хорошо, я пипас пока возьму. Если что, быстро переключаюсь на Валеру. Так он же сюда крался, куда он делся? Ну ладно, пойдем, чё. Где-то там стрельба была, тогда Валеру беру. Он отошел, что ли, начал с кем-то ПВПшиться? Как они так быстро все делают? Я хз. Вот просто... Еба... Вон там крадется, смотри. У-у-у. Пошла жара. Ой, блядь, вот же ты, сука. Не-не-не, я лучше вниз спущусь. Мне интересен клашист. А вот и берданка. Воу! Тихо. Идет. Перезарядка. Он где-то здесь. Он ушел за дом, да? Вот он, видел его. Чайник. Ясно. Увидел его чайник. Пойду-ка я отсюда нахер. Блять, а вот и сходил. Вот меня и убили. Одни хедшоты. Сука. Вот это жесть. Тинг-вонг. Вот это нормально.
Эх, минус Валера. Печалька. Печалище. Так, я у нас в хате. Ладненько. Там как раз вечереет, надо ночь переждать. Вот же, блин, а. Как я нормально в хат получил. Ну, смотри, не закрывается. Это как понять? Опять начинаешь лагать, сука. Делаю Валеру. Вот, и как бы устанавливаем то, что у нас было. Вот видишь, не зря мы с тобой собрали всю эту деревянную броню. Да, подлагивать начал сервак, видишь, ничего не дропается нормально. Вот, пипасы у нас с тобой имеются. Так, возьмем где-то 6 патронов. Вот, Валеру мы делаем. У нас порох все это имеется. Патрончики сейчас тоже намутим. Вот, да, вот такое вот случается. Но, по крайней мере, видишь, у нас броня имеется. Я тебе говорю еще раз. Не зря все это собирали. Вот, как бы особо ничего, я считаю, что мы, ну, не потеряли. Ладно, мы что-то совсем увлеклись с тобой этими всякими ПВПшками, поэтому надо строить дальше, грейдить все это дело. Так, все, вот, у нас типа подлутовые, все готово. Так, вот это вот у нас правильно, да, если они будут бить, то они будут бить в буферку. Так, дальше, здесь у нас кровати, это все понятно. Дальше у нас вот здесь вот, ребята, будут стоять печки. Я не знаю, надеюсь, вам видно будет. Ладно, подожду, пока побольше что просело. Ну так вот, насчет печек. Ставим, значит, одну вот здесь. Дальше вот эту ставим вот так вот, чтобы прям впритык было. Готово. Должно вместиться 5 печек. Ну вот, но я уже что-то как-то не совсем уверен. Больше топлива у меня вообще не имеется. Я говорю, теперь у меня проблемы с животными. Камень у нас появился, но теперь другие проблемы, соответственно, как бы так вылезли. Так, значит, что я хотел? Подожди-ка, вот пипас сюда перенестить. Пойду я канистры плавить, ребят. Пойду канистры плавить. Другого варианта нету, это мне нужно топать на РТ-шку. Так, это все скидываю, это у меня все готово. Все, беру канистры и пойду там попробую все это дело переплавить. Ребята, военный ящик. И в нем камера. Ну ладно, хоть камера. Так, и аптечку забрал. Все, добрался до места назначения. Вот, и сейчас буду все это дело переплавлять. Все, у нас готово полностью топливо. Все, забираем и валим отсюда. У нас хватает аж на 3 печки. Так, все. Не буду я лутать РТ. Там вроде как это, наверху что-то было. Вон ящики там стоят. Ну вот, но топливо сейчас намного важнее. Я должен его донести, чтобы у нас была уже печная, которую сразу можно зарядить на металл там, сульфур и хай-квалити. Потому что в тех трех печках довольно-таки долго все жарится, а строить отдельную большую печку я пока не хочу заморачиваться. Продолжаем. Есть все-таки опаска у меня, что не влезет печка, но смотри, а туда вот она в угол нормально так вот влазит. И сюда... Опа! Блин, ну это далеко. Вот же дерьмо! Давай попробуем, ладно. Не, ну она все равно далеко. Так, короче, смотри, что дальше мы должны делать. Вот так вот поставить вот здесь вот. Да не, слушай, должны мы, в принципе, доползти, если ящики там не ставить. Подожди-ка. О, ну ладно, давай попробуем так. Дальше мы ставим вот здесь вот, вот эту штуку. Поставили, да? Сверху ставим ящик. Вот так вот. Ну, можно как хотите, по удобству, можно их перевернуть. Вот, но это вряд ли получится, потому что будут печки мешать. Ну вот, дальше. И вот здесь вот по бокам ставим маленькие ящики, там можно что-нибудь... хранить, типа, руды, ну, я имею в виду, а сверху уже готовую, там, например, металл и все такое. Ну-ка, вот если я поставлю вот так вот, смогу я достать до той печки? Вот я убрал из нее дерево, вот эту трогаю, да. Слушай, достаем. Вот, вот так вот удобненько получилось у нас. И сюда, соответственно, вставляем двойные двери. Интересно, хватает у меня на них? Так, билд, значит, нет, не хватает. А на них надо 300 металла. Вот такие вот дела. То есть печная у нас готова. Вот этого у нас будут лутовые. Вот. Довольно-таки удобно. И вот так вот у нас выглядит все в рабочем варианте. Так, все. С печками мы с тобой разобрались. У меня еще металл остался, кстати говоря. Его можно будет сейчас, да, наверное, додропаю вот так вот. Чтобы у нас все прям вообще, весь металл плавился. Далее. На, далее вот это вот я бы на самом деле превратил бы в металл. Потому что камень это как-то... Не то, потому что, например, взрывают эту дверь и долбят. Здесь они попадают в буферку, да? А вот здесь вот они попадают в следующую лутовую. Поэтому это не дело, и мы с тобой сейчас это все дело загрейдим в металл. Вот так вот, раз. Так, а там тоже в буферке они бьются. То есть надо было всего одну эту стенку загрейдить в металл.
Да херца тебе, сука. Вот тебе лучники, чё все такие леголасы-то, а? Валера, огонь. Сейчас к этому если попадет, будет плохо. Убил. Ты... О, вот это нормально. Я тебе говорю, все такие леголасы. Мне бы так научиться стрелять с лука. Ну просто хеды, ну. Так, ладно, хилюсь. Так. Браток. Большая печка, что? Порохи. Вот зачем они это все крафтят, я не понимаю. Да, пацаны серьезные. Так, где вот этот главный леголаз? Где я его прикончил? Вот он. Ключ. Тоже реса. Дверь. Какие-то странные пацаны. Как будто переезжали, но при этом имели ключ. Что? Ну ладно. Так, бинты взял. Ну, вообще жесткий, но мне повезло опять, что я выжил. Так, у тебя точно ничего не забыл? Да вроде точно. Надо валить.